В чем разница между собственной властью и властью Творца? И как мне получить, принять на себя эту власть Творца? Но без Ну, в том, что каббалисты говорят нам в своих статьях, что мы должны делать в группе. Это называется, что ты разные действия по отдаче. Когда ты хочешь исполнять от себя в сторону окружения. Это на самом деле те действия, которые желанны в глазах Творца, которые каббалисты говорят тебе, и попытайся исполнять. Посмотри, насколько ты можешь, не можешь, насколько ты делаешь их из-за необходимости, из-за стыда, или из-за того, что ты действительно хочешь исполнять их, потому что они хорошие в глазах группы, в глазах Творца. Попытайся так сортировать их.